В группе С уже давно все ясно, а на прошедшей неделе Бенфика и Хайдук официально оформили себе пропуск в четвертьфинал. Победитель матча между ними становился и победителем группы. Бенфика атаковала много чаще и заслуженно забила первой. Хорваты, кстати, до этого матча никогда не проигрывали в Лиге чемпионов. И здесь нельзя не усмотреть аналогию с выступлением национальной сборной Хорватии. Дебютанты европейского первенства пока вообще очков не теряли. Хайдук отыгрался за 20 минут до конца. Стефан Андреяшевич неожиданно для Прудома пробил в ближний угол. Но хозяева все же больше заслуживали победы, и потому логичным выглядел гол Жоао Пинту, молодого форварда Бенфики и сборной Португалии. Он также сумел поймать вратаря на противоходе. 2-1 победила Бенфика.